Петре Романове, да, о Петре Алексеевиче, то он же издал указ по праздникам из пушек палить. А мы же поступили в военмех, мы же не можем нарушить этого указа, его никто не отменял. Ну, выходи. Так хочется сказать равнять, но боюсь, что не будет этого. Можете подравняться? Кто-нибудь знает, как выполняется команда «равнять»? Что там надо увидеть? Вот тоже всегда, как только поступил на службу, это, боже мой, прошло уже 37 лет, как я прибыл на Северный флот. И вдруг товарищ говорит: «равняйся». При команде «равняйся», нужно повернуть голову направо, увидеть грудь четвертого человека. Я так сделал шаг вперед и подумал, у кого там грудь? Ну, тем не менее, мы сейчас с вами даем обратный отчет. И в честь вас,